Завуалированный грабеж. Казахстанские медиаторы призывают заемщиков банков перестать выплачивать комиссии за ведение счета на выданный кредит. Они уверяют, что финансовые организации, взимая с клиентов эти суммы, нарушают закон. Медиаторы рассказали, что еще в 2011 году в стране утверждены правила предоставления банковских услуг. В них прописано, что клиенты не должны платить за ведение судного счета. Обслуживание кредита – это не услуга, а обязанность банков перед финрегулятором, считают медиаторы. Однако игроками рынка это правило игнорируется. Банки по сей день взимают до 10% комиссии от суммы самого кредита. В итоге незаконные переплаты достигают миллиона тенге. Клиент, имеющий кредит в банке, может потребовать перерасчет. По данным медиаторов, в среднем ежемесячно банки Казахстана незаконно присваивают около 1,5 миллиардов тенге. За последние полгода 40 человек подали иски в суд и выиграли. В результате им вернули больше 12 миллионов тенге. Те начисленные комиссии, которые на протяжении там, долгих лет начислялось за ипотеку к мне, оно в счет будущих платежей был переведен. С момента окончания этого срока договора они в течение 3 лет имеют полное право обратиться в банк второго уровня с соответствующим заявлением о том, чтобы снять либо вернуть вот эту банковскую комиссию.